Виктор Иванович, а вы инспектор, да? Вместе отдыхай, Лёх. Там уже не надо палить, Лёх. 350 мало. Надо Лёха. Не потому, что я не хочу. Хотя лицо, пожалуйста. А его фотография у меня даже, по-моему, футбольная есть.
Ну когда локобок, где-то бегал, что-то есть. Заворачивай! Твои есть еще со времен, вообще не знаю. Я посылал там штуку обнаружить. Осторожней, Мич. Ничего, Мич, ничего, играй. У тебя какой год-то? Или ты тоже знаешь, что ты понимаешь, что надо? Макс, не иди, один пусть все. Обыгрывай. Там один человек, что ли? Да никто там, они друг дружку не понимают вообще. Да, ужас. Первые 20 минут только поиграли. Да.
Мы забили гол, а потом игра была... Мы хотели уйти с Витей, то, я думаю, говорю, деньги заплатил. Сергей должен приехать. Так он уже хуже полгода не был. Уехал уже. Я говорю, ты там Красота, бассейн, там три человека поплавали. Ты Варламов играл, да? Красота. Я понял. Мы все собираемся. Потянем больше. Наверх. Вниз, Лёх, вниз! Вниз! Слава, не надо, Слава! Вот здесь, да! Чем с нами? Ворота!
Алло. Так ты иди сюда дальше. Мы тут в самом почти конце. Да, вот иди прямо мимо это запасных, и мы прямо сидим почти в конце, рядом с последним. Да, да, да. Вот. А ты чуть дальше, дальше иди, увидишь нас. Давай, дорогой, давай. Сиди там. Я увидел Колю, я говорю: Коль, где? Он видишь, пришел. Молодец, приехал. Да там хуй хорошо, чего. Ой, красавчик. Вышел от горочки, ёрнул. Стаканчик. Там небось сейчас. Мирон, не вставайте, Андрюха! Андрей, садись ты чё! Давай мы туда сядем. Да нет, я вон пойду. Александр Николаевич идёт. Пошли сюда. Загорелый, а? Давай, давай сюда, Николаевич. Не пролететь бы. Машина стоит. Ну а как, куда она денется? Ты что там сумки принес? Сумки, закуску. Здорово, дорогой, здорово. Здорово. Да что ты загорел, не очень смотрю. Что ты загорел? Слабовато. Хотя нет, загорел. Здорово, набрал. Надо, Лёх, ничего не вставать. А я тоже Горбунов сейчас все. Макс, чуть-чуть пониже, Митяй. Да? Вот играет. В сравнении с торпедой.
Вчера я посмотрел новый «Москвой», блядь. Ну и что? Да это лучше не только расстраиваться. Ну один проиграл. А что там, нет, нет, я не знаю, как он будет. Там же все ушли. Ну кто это? С кем ты? Где? Желтый. То ли на команду. Я, а вот же по тормозам, желтый, куда ты бежишь? А это ящерный. Играет это? Ну, а как? Он за ящерный, а это, оказывается, какой-то поселок. Коля же то ли Горбунов, что не знаешь? Не понятно. Эти ландыши все виноваты. Песня на имени. Он сел в УАЗе, вон там живет, он говорит, я был фатальный на границе. Ну вот какая-то, какой поселок? Подружаем. Короче говоря, через неделю встречаемся. Мирон! Мирон! Смотрите, дыра какая, садитесь немножко. Смотрю. Через ногу, через ногу, Миша! Опа! Один! Давай сюда! Так один на один только, да? А я не знаю, я видел сюда гол и туда гол, а до этого не был. Саш, не был до этого голов? Один-один, да? Один-один. А я тут видел, орали, я как раз шел, я думал, гол забил. Миша! Ну, все хорошо играть не могут. Ну как не могут, мы просто не играем. Сереж, по-моему, слышал, надо организовать. Чтобы сыну передал, Сереж, такой. Зато 8 на 8 перебивает все поле. Иди, Вася! Руки дай руку! Кто играет? А это что за игра такая? Чемпионат области? На первом месте ящики? Ближе, Лёх! Ближе, Лёх! По головам только, Слав, не задирай. Первого перебей по головам прям. О, вот она. Это было здорово. Слава. А потом 9-го в Самару сам так играл. Хорош, Митя, хорош, Мак. Правдаю! Ну да как там у тебя? Это тебя там атакует? Ну, что ты, ну, жизнь есть, жизнь идет. Какая жизнь? Да, а кто ты? Ну, одному что ли там? Приезжают, приезжают. Привет! Я даже не вижу. Заразу. Так что
скучать не дают. Хорош! Зачем вставал? Тебе надо идти. Конечно. Ближе. Счет какой? Белый! Получай, Слава, еще раз! Так чего ж торпед, я не пойму, что я? Ты, ты говоришь, конфликт у него с Акимом? Ну сейчас ты не Акима. Им виднее, кого брать еще. Саш, ведь дело-то в чем? Здесь ведь была какая-то представляющая, тогда еще можно было говорить о том, что им виднее. Там же нет, что там, говорит, занять 8-10 место. Ну, для этого ты команде не надо. А кто у них сейчас играет, они же из торпеда он взял двух человек, из этих мальчиков. И двое пришли, но я их и не видел. Вот, один там из Балтики, там, который у нас вернулся. И второй из Москвы. Да, Саш, я тебе говорю, нет, там не центрального нападающего. Там поворотом два раза закрыли. О чем ты говоришь? Центральный нападающий. Там единственный Паша, как был, и Паша. Все, больше там нет. Его вчера убили бедного. Ушел в бровь, ему разбили. И вообще не стало. Там ни бороться некому. Все остальные вот такие. Ну, что там сказать? У них защитка, будь здоров. Все высокие, а вратарь вот такой метр с кепкой бьет, он подает вопрос, ни одного удара. Зурнев, он еще в первом тайме выходил, а в втором тайме, мне кажется, вообще ушел. А тебе там позорище. 1-0 вели, 20 минут поиграли, они же не готовы, не бегать не могут. Они не готовы совсем, они стоят. Вот 20 минут поиграли, один гол забили, все. И дальше игра была в одни ворота. 2-1 проиграли. Может, они легко. Где забегают, пасик пошло делать. Там сколько бумажек такой. Фасоли сделает только. Ты чего? Макс, тихо только, Макс! Митя, тихо только! Я все видел. Миша, что вообще?
Ну, видимо, да. Вот у вас не Нет, я ночую, я же. И не смогу приехать домой. Прыгай головой. Хорош, Нет, они в группе сейчас никто договорились, они в группе еще без очков, без ничего, просто еще кто-то какая-то команда. Ну какие какая сейчас карточка? А что было? Игровой момент. Это третий фол, третий. Митин он дал за две. Францию еще включили. Андрюша, успокойся немножко, Андрей. И сам маленько пошевелись, Андрей. Ладно? А у Толи-то все воспитанники или половина холодильника? Муромова взял одного, он еще там открылся больше, парень-то уши и все. Наши уши взял. Друг какой Максим Сергей! На одного, да. Я вот высчитываю, сколько нужно сейчас. Слава, ты высоко, Слав! Кто сборный будет тренировать? Как это подбираешь, ты знаешь, вот. Это же не серьезно. Надо освобождённо, в любом случае, надо сейчас ездить по команде, смотреть. Кузя! А мне тоже, я не знаю, я Вышевцы назначил. Вот до 4 игры, а там дальше. По результату. Занимаемся, ребят, когда это осталось. И может там все сыграть со Шлебиным, то есть непонятно. Проиграть, как вот он виноват, да? Так я и говорил, КПМ. Подставляться, зачем? Ну, Азатова.
Шире, Мишка, шире, шире, Мишка. Подай. Подай, Максим. Маратик, мы смотрим, ты не думай. Кого болеет? Ну, болеет надо. Вадик! Напряжение. Встаем! Встаем! Да, Леха! Жестче! Хорош! Плотнее к нему, Виталий, не надо получать. Внимание, Макс, бык! Все, Андрюх, садись потихоньку. Макс за него, да. Вниз! Двигайся! Мы бы дал Мирон. Встаем! Сам тащи. Не надо. Ну, давай!
Он уже сам на издохе выходил, он мог и забивать и сам. Не вставай, Андрюшка, не вставай, чуть-чуть подсядьте. Макс, не вставайте вдвоем. Пустые ворота закатывал. Да, 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 Митяй. Можно было заходить. Не спеши, Виталий, распорядись! Не спеши, Виталик! Макс, ты тогда не стой! А не пошли ты не стой, Макс! Ну накрывай ты, накрывай. Хорош, Слава, давай. Даст там, он его что-то делал. Кузя, проси мяч быстрее. Лёх. Двигайся, Макс. Максим. Ну, Серёг, ну он дает митингу за два слова. 18-3 раза, правильно? Чего не дает? Ты сам сказал, первый предупредил, потом он второй ударил, еще вратаря так лучше. Мишань, побыстрее с мячом. Три раза. Подачи сразу вырезайте. Что думаете? А там что, не жесткий? Быстро вниз его. Отма! Ниже! Сильный пас! Тихо, Максим. Ну, 17 три раза, Максим Сергеевич. Вот так надо обращаться. Нет. Слава, голова опять так ужас. Слава. Сережка, а чё я не вижу Шканова? Ну, я на свадьбе. Сразу в одно! Да, Лёх, хорош, ладно, Лёх, ладно. Поймите, мне хватит, чтобы впереди одни. А Коля сейчас поверит. Он сидит. Он не делал, не работал. Пол! Край, край, отдай. Уйди, Давай. Андрюх, Андрюх! Блин, поставь корпус от пенальти. Конечно, поставь корпус от пенальти. Что взлетело с таким глазом. Прям в спину попал. Он все время на опережение летит, надо просто вставлять корпус. Аль, видел, Серега, он все время на опережение летит. Он никогда не хватит. Быстрее. А как быстрее? Он на двух пенальти. Поставь корпус. Митяй! Ну, ходи только, Макс.
Я тоже сходил. Я тоже. Поплавал в бассейне. Ну, я тоже поплавал. Я на Стопинске немножко сидел. Чего полный? За три игры уже не считал. Нагреем на 40-то. Вам в следующий вторник еще играть. Это Казанчик 21-й, тут два дня. Лёха, до конца, до конца. Шире, Бел, шире. Блин, Бел, шире, Бел. Одичаю деревья. Ну ничего, нет, а я кто там? То в камешке, то в ковров, то в Владимир. А на футбол в камешках не ходил? Да, встретил Юру. Кому-то. Не ударить надо было. Да, Виталь, садись на месте, отдыхай. Лёх, садись тоже на месте, отдыхай. Как еще будем играть сегодня? Тренируем. Молодежь, там команда чемпионата, это честно. На 9 месте, но какая-то команда нужна. Играют Яковлев. Быча! 8 на 8, это все поле перебивал. Марат. По большому не может перебить. Хотя Сарик первого не может перебить. Вау. А он боится открываться, запомнил надо. Раздевалку, да, только забил. Ну, потому что я тренировочный не могу. А я все равно учусь.